тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан уляля, что за сайт? Дару. Ну я слышал трек, прям кусочек. То, что в сторике. Ну, что-то такое, типа, скажем так, что не мой трек. Хотя у меня так часто бывает, что я такой, типа, слушаю. Ну, хотя ладно, не прям часто, но бывает такое, что слушаю какой-то трек у Моргана, такой думаю, блядь, хуятина ебаная. А потом такой, блядь, ну... Слава, а мне нравится такая хуятина, и все. Бля, как называется? Что-то 5 утра, по-моему. Вот. 5 часов утра, я смотрю в экран и снова вспоминаю твое порванное платье. Ты уже не та, с кем я был вчера, но за все, что я потратил, ты еще заплатишь. А слышно? 5 часов утра. Песня вышла уже, да. Ты за все заплати. Слышь, тише, замолчи, малышка. Уже 5 утра, чё тебя никто не ищет? Тише, бесит, как ты дышишь. Да и на второй день ты встала второй лишний. Рот закрой, дверь тоже закрой. С той стороны, где ты была мне чужой. В смысле я твой? Ой-ой-ой-ой. Теперь ты по-другому, поработай головой. Снова зазвонят телефоны, суки одинаковые. Нравится, когда он высоко старается петь. Прикольно звучит. Голос приятный. Я бы ему отсосал. 5 часов назад мы бы собирались вместе. Сейчас ты собираешь вещи. 5 часов утра, я смотрю в экран и снова вспоминаю. Ну, мне не могу сказать, что прям, типа, разъебывает трек. И у него, как бы, цель другая у этого трека. Но за все, что я потратил, ты еще заплатишь, заплатишь. 5 часов утра, утра, я смотрю, в экран. Здорово, здорово. Как чувствуешь себя? Да охуенно. Ну такое, блядь, хуй знает. Не могу сказать, что это типа, прям, ну, разъебывает меня трек. Ну, не могу сказать, что хуйня, потому что Морген теперь стримит на Твиче, он мне пизды даст. Не, ну, как бы, он-то не даст, как бы, спортики. Никто не отменял, блядь. Вот, ну...